Я думаю, что я никогда не доживу до того момента, когда Тоха будет тренироваться без футболки. Сань, пока Тоха ушел, расскажи вкратце, чем будет сегодня. Ну сегодня мы будем... Ты в HD, так что? Не, в HD, ну вчера себе. О, да я в мега HD. Я помню, как пулемет просто. Ну, в общем, сегодня мы будем делать изи-катку, как в тот раз сделал ее Колян, то есть и я. А потом мы сделаем реально систему Ганнибала. В общем, все скажем, все расскажем. Разминочка стандартная будет? Там уже посмотрим. Стандартная разминочка будет? Разминка обычная, просто размяться и поехали. Все, вот обычно там, как на физре разминаться. Погнали. Я почти так же в кассе. Я верю тебе. Зеркалочку себе сделал. Думаю, может, не стоит. Никого не ждем. Не важно. А как же команда? Вот команда. Не хотел. Он ждал, пока камера придет. Не хотел, нет, не слышали. Не хотел. И это наш лидер. Я говорю, может, от того уже включается, кто-то не ходит. А Антон не хочет. Это хорошо. Так, сейчас в дорогу. Ты же тренируйся, не только снимай. Нет, не понял. Окей. Идем тоже. Я треню. Саня сказала, вы все можете раздеваться, все равно у меня присуха лучше. Сына красивая. Да.
девки был бы краш. Что надо стоять? Вот смотри, вот как рука ходит. Тохи, чего вы стоите? Давайте, девочки. Тохи. Гребаный Саня каска. Группа тех, кого подкрыть. И за поясничку надо держаться. Нет, за поясничку это после этого. Саня, вы не подтягиваетесь. Я потом зрением показал. Пойди, я спеши, задрал. Я хочу сделать так. Возьми и сделай. До конца выгибай, открой. До конца, еще. А? А, сейчас? Сейчас, а, я вообще стыдюсь. Давайте, ребят, я во всех вас верю, во всех просто. Выгибоны. Вы те, кого я взрастил. Выгибоны? Все ваши, говорит, слово какое-то неправильное. Выгибоны. Вы как росток, который пробился из-под асфальта, понимаете? И скоро расцветет, если будет тренинг, как титан. Вообще сам ты выгибон. Я гибон. Нет, именно выгибон. Выгибон, да. Это победители сегодня, получше. Это же для парня. Дань уважения, гибон. Да? Большой, мощный. По ощущениям, это убийца. Это тебя так воспитывали, что гибон это лучшее животное? Так, футболка с Саней, поворачивайся. Давай я пока. Давай. Вот это вот Заня. Вот это зимбодяжка. Мы же сделали. Михалыч доделал так, что бруси. И нам остается либо обратным хватом, либо нейтральным. Нижним. Либо нижним хватом, либо нейтральным. 10, 9, 8, 7 и 6 раз по 5. Да. 6, да, 6 раз по 5. Да, да. Один из повторений, и на этом как бы изи-катка закончена. И можно идти фоткаться. Да, в классическом ее. И можно идти фоткаться. Вчера нормально я поел. Ну, отрванулся. Поел, отрванулся, шикарно. Откатил. Поел, откатил. Да, ну а так, ну что там. У меня как, где-то... Ну, спал я очень хорошо, да, спал часов 10-12. Сейчас, точно, ничего нет, просто блюдо все. Проснулся, приготовил поесть, поел, через 2 часа треню одно, потом поехал по треню ноги, вернулся, по треню... Дай-ка, пожалуйста, блядь. Извини. А он и так весь вообще мокрый. Ну, попробуем флажочек. Спина или лицо? Да, лицо. В общем, нормально мы размялись. Сейчас будет нормальная система Ганнибала, где 10 подтягиваний, 10 брусьев, 10 пол, 10 приседаний узким. И все это один подход, таких 10 подходов. Поехали. Все очень просто. Ну что,
Погнали. Все, народ, все. Почему готовы? Никакого поехали. Воодушевления не видно? Все воодушевление. Ребята, все меня в глаза. Парни, давай, погнали. 10 подтягиваний, 10 отжиманий. И все. Короче, я думал, сегодняшний выпуск будет последним во втором сезоне, потому что мы сделали все, что хотели, мы подкачались, сняли заявочку, фоточки для подкачались. Саня очень смешно. Саня подкачался, все подкачались. Бля. Все подкачались. Ну мы тренируем не чтобы качаться. Но на днях мне пришла в голову идея, и мы снимем еще 4 выпуска в этом сезоне. Они будут очень сильно отличаться от того, что вы видели до этого. Очень сильно. Поэтому смотрите видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Приходите в Нескучный сад и тренируйтесь вместе с нами. А так, 1-2 августа в Упсала-парке в Санкт-Петербурге мы будем давать мастер-классы с 12 до 6. Приходите, потренируем вместе. Поугараем. Поугараем, да. Да. Саня, вместе с нами. Вместе с нами. Очень тяжелая тренировка, в описании к видео будет написано, что мы сделаем. Да, ну а сейчас немного игры в пинг-понг. А точнее нас... Какой кадр, ты его снял? Нет. Там ракетка вдоль шарик. Мимо. Я думаю, что я никогда не доживу до того момента, когда Тоха будет тренироваться без футболки. Ты сам сказал, можно. Может. Это был Степа. То есть ты ждал разрешения просто его? Конечно. Нет, два фактора сразу. Сань, разрешение. Можно? Можно. Спасибо, Сань. Не, знаешь, подошел такой? Можно. Два фактора сложения. Сань сказал, можно, я сделал его лесенку. Я подумал. Если я сделал его лесенку, уже можно. Сделал? Сделал. А никто не видел этого. Да мне плевать. Я слышал, мне звонил.